Поздравляю с победой. Уверенными шагами к чемпионству идете. Вчера, к сожалению, Синдес вам не помог. Что можешь по этому поводу сказать? Что я могу сказать? Передаю привет Диме Редковскому. Очень сильно хотелось, чтобы, конечно, он сделал подарок нам. Я уже собирался писать ему о том, что спасибо, Дима, за чемпионство, но Дима подкачал нас немножечко. Во втором тайме я вообще вас видел, не вышел, поэтому подставил, конечно. Заряд Целин довольно серьезная команда, и непростые игры с этим соперником. Какие были ожидания, к чему готовились? Ну, мы понимали, что соперник серьезный, потому что первую игру мы им проиграли. Вот, поэтому выходили с настроем только побеждать. Нам нужны были 3 очка, чтобы могли себя чувствовать спокойнее перед последней игрой. Поэтому очень хорошо, что так получилось, что выиграли 4-2. Очень долго не могли забить, вплоть до конца первого тайма. В чем причина? Да не особо, наверное, ожидали, что соперник начнет так высоко нас прессинговать, потому что в первой игре такого не было. И мы думали, что мы спокойно будем катать мяч из своей штрафной, но соперник нас прессинговал, поэтому первые минуты было вообще тяжело мяч под контроль взять. Потом взяли мяч под контроль, чуть подсобрались и начали сбивать. Очень много было карточек, 3 удаления. Что можешь по этому поводу сказать? Все заслужено. Ваши ошибки были? Все красные заслужено. Вот, поэтому к судье никаких вопросов, претензий нет. Ну, игрушка чуть завелась, поэтому и начались стыки, и все, в принципе. В следующие выходные будет решаться судьба чемпионства. Как настраиваетесь на «Маяк»? «Маяк», ну, конечно, настраиваемся серьезно. Хочется выиграть чемпионство, забрать уже наконец-то и пойти играть в премьерку. Поэтому подойдем с полными силами. Я думаю, что неделю никто нигде играть не будет, все будут отдыхать, готовиться. Вот, выйдем, да и выиграем.